Привет, это Макс Красочкин. Я занимаюсь медитациями, я занимаюсь техниками дзен. Как при помощи техник дзен убрать ограничивающие убеждения? Как при помощи техник медитации создать состояние, в котором вы себя любите, вы цельные, вы полны сил и готовы действовать? И как при помощи этого увеличивать? Я этим занимаюсь в обычной жизни, но в эту пятницу я проведу специальный вебинар, посвященный личным отношениям. Как при помощи медитации, как за 3 месяца при помощи медитации убрать ограничивающие убеждения, как создать состояние любви к себе и реализовать себя в личной жизни. Цель – это чтобы вы любили себя таким, какой вы есть. Чтобы вокруг вас были люди, женщины, которые любят вас таким, какой вы есть. Про это будет вебинар. Приходите.